12 июня, в День России, граждане нашей страны устанавливают в своих квартирах и домах государственные флаги, посещают патриотические концерты. День независимости России не просто праздник, это день гражданского мира и единения россиян. Именно в этот день для жителей Российской Федерации, Кубани и нашего муниципалитета через все мероприятия красной нитью проходит мысль о величии многонациональной страны, где мирно уживается множество народов, сохраняя свой язык, культуру и традиции. Россия – это наша страна и наша общая судьба. В 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации и открыта новая страница в ее истории. Самый молодой государственный праздник, День России, широко отмечается по всей стране, от Владивостока до Калининграда. Славянцы приняли активное участие в праздновании. Всех собравшихся на Театральной площади – поздравил с этим праздником и пожелал самого доброго глава Славянского района Роман Синеговский. Сегодня мы отмечаем День России, праздник, который является символом единства россиян, гражданского мира, любви к своей стране и общей ответственности за ее настоящее и будущее. Независимо от того, в каком уголке России мы живем, все мы граждане одной страны. Жители Славянского района, как и все россияне, плодотворно трудятся на благо России, вносят свой вклад в укрепление ее благополучия. Мы любим свою родину и учим этому своих детей. Гордимся ее историей, ее высоким авторитетом во всем мире. В церемонии подъема государственного флага участвовали самые достойные врач-терапевт, участковая Славянской ЦРБ Юлия Аношкина и командир юнармейского отряда «Вымпел» Славянского электротехнологического техникума Константин Быков. Для меня этот праздник символизирует нашу родину, свою страну, так как она свободная, сильная, и каждый может добиться всего, чего хочет, главное работать, учиться и стараться. Славянская молодежь гордится своей страной, своей малой родиной. И по зову сердца все эти ребята готовы быть в любых обстоятельствах вместе со своими земляками и соотечественниками. Очень горжусь своей родиной, и я бы хотела, чтобы каждый праздновал этот праздник, потому что этот день, мы должны в этот праздник воспевать не только любовь к России, но еще ее славу, ее величие, ее роскошь, ее богатство. И я считаю, что этот праздник очень важен не только для меня, но и для каждого из нас. На Театральной площади города собрались люди всех возрастов, но больше всех было, конечно, молодежи. Для них этот праздник особенно много значит. Славянские артисты исполнили для участников мероприятия свои песни. Света тебе и радости, мира и благоденствия, верных друзей хороших, солнечных дней в судьбе. Желаю тебе, земля моя, желаю тебе, земля моя, высокого неба ясного и счастья желаю тебе. Завершилось торжественное мероприятие ко Дню России флешмобом с большим государственным флагом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».